22. Перепилил. Спасибо за режим. Спасибо за ГГ. Стрим. Holy card. Holy carb. Уф. Походу я выбор сделал верный. А, нет. Что, они одинаковые? Они как будто одинаковые были. Офигеть. Ой, блять. Ой, блять, 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 ой, блять. Ух. Духота. НФС, НФС будет в мае. Когда-то в мае будет НФС. Но будет точно. Что мне там в мае надо будет в штуке поучаствовать. О, НФС! Пиздец, муха, иди нахуй. Пиздец, что это нахуй задача конченая. Уеть, блять. Денег очень много. Ну, хочу ли я их тратить на хуйню? Трачу деньги на хуйню, и мне похуй. Как говорили наши классики. Не, вроде не похуй. Все же. О, нихуя. Добрый день. Еще, еще деньги. Что хуже, селлер или Burning Basement? В селлере есть хонт. С хонтом у меня порой беды. Поэтому все же селлер, по-моему, хуже будет обычно. Хонт это очень противный босс. Поэтому все же, наверное, селлер похуже в среднем для меня. Но горячий подвал тоже комнат очень много и абсолютно идиотских. И в селлере пауки. А, и в селлере это самая рума. Кто-нибудь может хайлайт скинет. Кто еще может не видел, как я там стрик отстаивал. 5 минут. В той самой комнате. Это было именно там. Это же сделал хайлайт ради этой хуйни. Так было эпично. Кстати, это было в этом стрике. Это, по-моему, было... Подожди, или не в этом стрике было. Какие я это делаю? Тоже возможно. Бля, чё мне склоз? Да, горящий подвал тоже проблемный этаж. Я сейчас сдохну в этой руме. Охуенные враги. Просто охуенные враги. Охуительные враги, блять. Хуй мне какая-то хуета сыт. Опять мы будем весь забег без манти бегать. Просто, блять, аутизм нахуй. Ты, блять, заебал срать, урод. Прекрати нахуй срать. Да. Просто без кулдауна, блять, срет. Я в опасности. Снова в опасности. Думаю, что я хочу искать вторую скидку здесь. Селлер, естественно, тут же подоспел. Будет ли вообще брим заряжать перед входом в комнату? Так как будто опасно, что я стреляю на входе в комнату. Если жопа заходится, все, по-моему, опасно. Ебаный кринж просто.
the fuck? Ну-ка. Сука, уже две карты, не то. Эх. Игра, спасай меня. Я ни в чем не виноват, игра, спасай меня. Здесь невинная жертва. Жертва горящего подвала. Я ни в чем не виноват. Эти враги, блядь, говно дегенератское. Это я зря. Бомбу я дать смогу. Нихуя ты подгорел красиво, окей. Дай бустер пэк, а? Что-то сегодня вообще, по-моему, не видел бустер пэк ни разу. Да ведь? По-моему, не видел. Тоже неплохо, в принципе. Это не то, что мне было нужно. Я могу дойти до магаза и сразу улететь в магаз на новом этаже. Ну, вернее, не факт, что могу, если, конечно, я телепорт раньше не заиспользую где-нибудь. Увы. Керсон? Да, не Керсон, я вряд ли буду чекать. Керсон того не стоит. Хотя мне два телепорта, не, погоди. Я могу почекать, правда. Между два телепорта. Да-да-да, я уже вспомнил. Я уже вспомнил. А-а. Так, причем не было ни магаза, ни этом румы. Этаж интересный. Этаж, конечно, интересный. Я играю с геймпадом. Румы максимально не так не токсичны на этом этаже. Хорошо. Как обычно. Ну чё? Автоматчиним перед смертью? Или веришь, я что-то найду еще в магазе? Тут уже автомат перед смертью чинить. Да нет, на клаве можно играть. Минимум текущий наш VR Holder, он играет на клаве, по-моему, джек. И у него 57 стрики, 93 на лэмбо, на телосте. На клавиатуре. Так что это дело привычки, не больше того. Это тупо дело привычки. Можно играть нормально на чем угодно. Шапурит. Спиц флодит. Да, без мантии куда выгоднее идти. Вольтраут или не вольтраут, хотя мантии нет. Пиздец, я даже увидел не могу. Охуенно DPS. У него еще хотя бы пента есть при этом. Если он DPS нет. Типа забыл о нем. Это опасно, Ру. Пины? Пины? Пин! Я его даже не увидел, он просто перед моим ебалом появился. Охуеть. Почему меня не убила сейчас игра? Странно. Почему она меня не убила? Я такой еще дал ей шанс, я его нахуй вообще не видел. Мне благо тупо хватило демажа его убить. Перед нахуй носом, блядь. Ебанатство, блядь, ебаная просто нахуй не игра. Нет, я думаю, это даже того не стоит на толсте. Тут пол магаза полезнее сам по себе.
Тропки. Да и отключены уже не хочу. Те обратно, у меня ключи вроде так есть. У меня ключи пока не настолько нужны. Хочу пока деньги, в принципе, тратить. Ну что? Байт. Какие же байты? Неприличные. Вообще неприличные байты. Блин. Окей, бомба есть. Come on. Save me. From my misery. Не спасут. Увы. Просто вроде легкий, у меня скорости нет. Я могу не убежать в теории. Не успеть. Куда он так будет прыгать, да. Вот так будет прыгать. Он продолжает это делать. Он продолжает это делать. Ох. Ринстоун, блин, ран-то хороший. Сука, ран-то хороший. Попробовать сундуки открыть. Да, попробуем. GPS есть. Подавлять рыба, сука, с бревом. Немного странно, конечно. Немного странная хуйня. Нервно. Нервно. Катакомбы. Активная атака. А, бомбы нет. Так, это хорошо. Тоже неплохо. Опять не хули карта. Спасибо за 100 рублей, Боба. Так, если будет хули карта, диплем. Гасимузом пошел хороший. Это мне не надо. Я думаю, книга мне не особо нужна. Я все равно ее вряд ли буду использовать. Либо немножко больше скорости. Я очень не уверен в своей скорости. Это очень расстраивает, когда в своей скорости не уверен. Деньги. Деньги есть. Здоровья нет. Чё толку? Когда деньги есть, а здоровья нет. То мало толку. Надо здоровье, а не деньги. Это пантера? Вроде да. Вроде похоже на то. Карт, ну блять, нету нужной карты. Даже скидка есть, господи. Даже скидку дали. Мон.
Где дальше, по-моему, нет. Полон. А, мистер Фолан. Басокубаса сделать лол. Депс обычный. Хорошо ли это? Опять карта. Опять не та карта, что мне нужна. Тут нету. Блять, тут лучше перезайти. Скорости вообще, блять, нет. Это уже, конечно, безысходность. Взрываю одиночные камни. Что-то надеюсь. Это уже безысходность пошла, по-моему. Слава богу, эта рума нормально пошла. Тут сейчас могла моя смерть вполне наступить в этой, блядь, комнате. Вообще спокойно. Блядь, как же сюда рыба сейчас руинит. Как же рыба бесит с Бримом. Как же это плохо. Спины. Это было бы смешно, конечно, но не. Это я, кстати, так зря делал, она могла и обратно улететь на меня, возможно. Я не удивлюсь, что такое тоже возможно было. Что такое тоже могло произойти. Лучше так бомбы не отталкивать. Эй! 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 Ай-яй-яй-яй. Что на босса? Лейаут с говном. Лейаут с говном. Аккуратно. А, нихуя его контрюки. Блять, терзин, нет, как будто. Сука, ты не бустер пак. Все еще не бустер пак. Могу сделать конжоинт. На похуй. Капец, одна тычка. Просто одна тычка, и ты сосешь просто весь ран. Конечно, магаза нет. Конечно, шипованный сундук. Конечно. А можно я нажму кнопку? Спасибо. Тупины будут. О мой бог. Стоит ли искать вторую секретку? По-моему, не особо того стоит. Ну, хотя она здесь, наверное. Хорошее расположение. О. Все же не здесь. Ну, диплопию холдим, видимо, до победного. Блять, где? Кто я? Блять, не надо, тут чемпион конченый. Я его поздно увидел. Прикольные. Си-вейви. Погоди. Тирза. Тирза. Это все еще не то, что я ищу.
опасности. Сейчас было тоже довольно опасно. Не сри. Стец. Ты заебал. Прыгай нахуй. Дека. Блять. Диплим деку. Это ради одного юза карты. Это будет просто один юз карты. Ну, типа. Это буквально просто одно нажатие деки. В диплопе все, что я, блядь, получу. Да терза у меня нормально, мне терза не особо нужна. Это все, что мне было нужно, окей. Хорошо. Жаль только, правда, одна. Не две. Ну ладно, чтобы одна. Проблема со скоростью с билдом все еще остается. У меня скорости пиздец мало для вомба. Пиздец плохая скорость. И билд тоже не прям уж какой-то охуенно мощный. Но это лучше, чем ничего. Ваши не успели, к сожалению. Господи, рыба, ты меня напрягаешь. Я никогда рыбу, по-моему, больше брать не буду на этого персонажа. Такой-то пиздец. Рыба просто капец. Мне мозг ломает. На музыку убавлять вообще нихуя. Я игру не слышу, когда донат приходит. На этом файте меня точно однажды нахуй убьет, что я после игру не слышу. Тут очень надо звук слышать. Перед атакой. Ну похуй, мы же вайбим, мы ж Никита ебаные трайхайдер... Трайхайдеры? Трайхардеры. Кому не похуй. Просто вайбинг. Хотел улететь, ну ладно. Теперь, видимо, драться надо. Битва за эту хули-карту. Эпическая. Я мог улететь! Я, кстати, мог же улететь, я зря бьюсь. Я мог улететь. Пиздец, я смог. Вау. Какая же, блять, ублюдочная скорость. Где еще один уебок? Где еще один уебок? Уголь. Теперь я хочу уголь. Какие-то растут. Теперь мне нужен уголь. Чтобы был билд хороший. И хотя бы плюс 0.3 скорость. Тогда я буду доволен. Все, угля не будет, да, это, наверное. Или будет. Даже был Крампус? По-моему, Крампуса еще не было. Как будто Крампуса еще не было. Я просто не помню. Все, не помню, вообще не было. Библиотеку. Вот, кстати, наверное, да. Наверное, да. Наверное, книга дедушки будет лучше. Тут я, наверное, соглашусь уже. Тем более так поздно. Хули карта уже может больше со мной не прийти. Сомневаюсь, что я еще ее найду. Игра и так уже меня спасла, по сути. Тиан. Могу взять с собой этот Кристос. Но хочу ли это делать? Погоди.
можно умно сделать. Раз получу хороший юз книги дедом. Оно. День деки, да, уже второе. Я говорю, дека приходит. Синие часы вообще не приходят. Дека заебись приходит. Уже два дня подряд, мне кажется, деку вижу. В каждом забеге почти. Блять, уебище. Пиздец, уебище. Он просто успел за полсекунды нахуй съебаться полным. Слушай, дядя, иди нахуй. Пусти. Это, блядь, не то, что я хотел, ну ладно. Дамаг. Ладно. Живем. Живем. Это не то, что мне надо. Хотя я не думаю, что уже буду драться до скорости. Не, вообще, может быть, и подрался бы, ладно, у меня защита есть. Скорость очень может пригодиться еще. Очень плохо бегать на базовой скорости так поздно. На пилосте. Пины? Нет. Тут нет он. Ага. Опять смешные сундуки. И эта бомба он сейчас себе подъебала, выпихал, испугался, испугался, блин, очень не очень, это было бы совсем не очень. Женщина. Еще заряжу потом. Окей. Вот так тоже делать не стоит, там глаз может прямо на тебе заспавниться. Нельзя так душить, не таких убивать. Плохая идея. Ел плохие таблетки? Я же вообще нахуй не ем таблетки. Ну и пух. Ну и покс. Пошли дальше. Кстати, нихуя не нашел. Ебать. Это сейчас было не очень умно, опять же. Ну а то всякие рейндждауны, шотспиддауны, локдауны все мои. Все мои. Сюда. Может быть, не сюда. Как говорит мой друг, Поксуй. Я очень мудрый друг. Все верно говорит. Все верно говорит. Я думал, что тут эти будут грузчики, окей. А, могу за ней вернуться, но надо ли это? Так ли мне это нужно? Что делать? Как будто не особо. Ну, вообще не вернусь. Фуф.
Что душно под конец стрима, душно. 20, ну да, пробили сегодня 20. Себе чуть и ебло уже не пробили несколько раз тоже. Как всегда, взлеты и падения. ВР-57. Блять, да. С рыбы, конечно, вообще классно бомбу кушать. С таким бримом. Забей. Можно даже не пытаться. Да, нигде так же тут сильно просаживается на этом файте. Не, вообще забей. Я как будто рыбу больше не беру на Толостан. Пиздец, кринж. Вот как будто больше брать ее не стоит. Как же это плохо. С такой отдачей. Хоть косточка. Вау, первая скорость. Let's go. Наконец-то, блядь. Последний стол. Ты тормодушная, капец, ты не можешь быстро пройти. Тупо на тебя все шары нахуй летят. Отврат абсолютный. Комната. В ней, по-моему, как-то раз умирал. Именно по этой причине, чтобы за шары ебаные с всех сторон налетали. Ты двое или трое? Двое. Не двое, окей. С кайфом. Билд отличный. Билд вполне себе отличный вроде. Забей, что не прыгнул. Спасибо ему за... Так нельзя делать, но у меня книга деда, поэтому мне похуй, наверное. Вообще так, так делать не надо в этой комнате. Вот, не надо дергаться. Это ни к чему хорошему точно не приведет. А, тот самый конжоинт все-таки дособрали. Сейчас 100 лет. Блин, what the f... Не умирает. Живучий пес. Проел, это слово. Еще одна часть. Этаж, конечно, уважаемый. Опять нахуя я фулклирю? Видимо, просто по приколу мне это делать. Блять, тут бы лучше, конечно, книга где-то бы зашла. Эх. Ладно. Имени хайп. Че? Пяшка опять. Весна сейчас приходит сегодня. Сколько раз я не уже видел? Три раза, по-моему, или два раза. Третий раз, наверное, раз. Планетарий открыл. Ура. Ура. Как он его отпиздил, а? Жестоко отпиздил. Душный день, очень душный день. Вот стрим.